Телефон горячей линии, Яна Андреевна. Здравствуйте. Так, из Балея в Оловянную. 8 800 30 22 135. Это телефон горячей линии, которая была открыта в Центре управления регионом специально для жителей потопленных районов. Дополнительный канал создан для удобства граждан, которым проще позвонить и рассказать о проблеме. Здесь дежурят специалисты МЧС, Министерств сельского хозяйства и соцзащиты, поскольку к специалистам именно этих отраслей возникает большее количество вопросов. Сначала паводковая ситуация через колл-центр, соцсети, специальную платформу на госуслугах и портал «Голос Забайкальца» в Центр управления регионом поступило более 600 обращений. У нас был, допустим, недавно случай. Во время паводков жители одного из сел Газимурзаводского района, они находились в краевой столице. После того, как произошла вот эта ситуация, они не могут сейчас попасть домой. Вот мы буквально вчера и сегодня решали и решаем вопрос о том, чтобы доставить людей обратно домой. Это 8 человек. Один из жителей – это женщина. Она была здесь в Чите, в роддоме. И она находится сейчас в газзаводе с новорожденным ребенком. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем их всех отправить домой. Проблема транспортной доступности сегодня остается наиболее актуальной. Также люди обращаются с вопросами о получении компенсаций. По информации ЦУР, с поставками продовольствия работа уже налажена. Во всяком случае, информация о том, что кто-то оказался без помощи, сейчас не поступает. Екатерина Станиславская, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье.